Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Звезды Бокса. Так, ограниченные предложения, нам это не нужно, а вот это мы, пожалуй, с вами откроем. Так, и что же нам отсюда выпадет? 133 монетки, капа обычная. Так, штаны, точнее шорты, тоже обычные. В общем, все обычное, ничего нам эпичного не дадут, я так понимаю, да, ребята? А нет, хук редкая. Хоть что-то дали, забираем это все. Дополнительный матч. Давайте перейдем сюда и посмотрим, ребята. Так, в настоящее время у нас чего? Ёлки-палки, ребята, нифига я тут врагов себе нажил. Реванш. Ну что, я не знаю, даже стоит ли нам здесь приступать к этому или нет. Вначале мы, наверное, знаете, куда зайдем? В матч группы. Да, я хочу именно здесь посмотреть, потому что здесь нам дают больший рейтинг. Так, кого мы выберем с вами? 20 уровень, 11, это вообще не знаю, что такое, баснага. 13, офигеть. Ну давай, наверное, Бистарда 90 попробуем с ним, ребята, сразиться. Честно скажу, давно не играл, наверное, сейчас буду нубить, проигрывать, я не знаю. Но, тем не менее, надо привыкать, как говорится, вникать в игру и нокаутировать. Сколько здоровья, главное мне это покажите. Ну, в принципе, неплохо, я должен его, ребята, ушатать. Тихо ты. Эй-эй-эй, парень. Ребят, что-то я все позабыл. На-ка, ага, апперкот я все-таки помню, как делается, да? Это уже хорошо. На, ай-яй-яй, тихо. Да хорош ты уже, ребят, что за избиение? Подожди, а почему у меня не срабатывают удары? Эй. Погоди, 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 что за проблема? Нет, надо хуком, наверное, все-таки делать, завершать это дело. Мне совсем это не нравится. Да я еще и промазал. Вау, ребята, вот что означает долго и давно не играть. Поехали. Так, попробуем промазать его. Промазать, говорю, пробомбить. Есть. Так, он в оглушении, давайте его попробуем распечатать в данный момент. Опа, вот это плохо, вот это плохо. Пробил меня. Он меня все-таки пробил. Так, ну-ка, апперкотик. Отлично, ребятули. Так, еще давай удар. Блин. Ну хорошо, ладно, восстанавливать я здоровье себе не могу, поэтому сразу же, ребята, начинаем следующий раунд. Так, девочка, это, конечно, красиво ты улыбнулась, но мне сейчас не до тебя. У меня тут бой! Насмерть, ёпарстэ. Тихо! Промахнулся. Пускай немножко полежит, но он восстановит себе здоровье, причем довольно быстро. Так оно и есть. Так, у него преимущество. Надо это преимущество сократить как можно быстрее, ребят. Контрхит. Воу! Так, встаем, встаем, встаем. Рэй. Давай, 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 давай. Кликаем, кликаем, кликаем. Оу. Это плохо, ребята. Хотя, как сказать, одними апперкотами я его заколбасил. Я надеюсь, он не встанет. У меня есть такая надежда небольшая, но он, по-моему, неужели встанет? Встал. Ты посмотри, красавчик. Крепкий малый. Но, по-моему, Нет! Только не хук. Давай, 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 родной, поднимайся, 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 поднимайся. Нет, 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 нет. Фух, мы оклемались, у нас мало здоровья, ребята. Тут либо я, либо он. Но, скорее всего, выиграю я. Вот это мне противничек достался. Лежи, не вставай, не вздумай встать. Напряженка, ребята. Да, пока вспомнишь, как, что и где, можно не один раз проиграть, ребят. Но, тем не менее, мы выиграли здесь. И достаточно неплохо получим с вами опыта. Давайте. Так, 60 звездочек. Отлично. Получи. Еще сейчас раздавим его. На. Победа над соперником. Мы ему еще и в ранге понижение сделали. Ну что же, можно всего лишь здесь сделать вот эти три боя. Один мы с вами сыграли. Так, давайте-ка приступим к следующему. Я думаю, что я, естественно, ребята, в первую очередь смотрю по скиллам. Да? И я думаю, что, наверное, вот этот вот нам сгодится, да? Попробуем, ребята, его распечатать хорошенечко. 60 звездочек, знаете ли, на дороге не валяются. Так, раунд первый. Здоровье немножко поменьше, чем у меня, но тем не менее. Так, апперкотик. Вау, подловил его. Ау, а если я еще разок? Нормуль. Расколбас, ребята, пока он у нас оглушен. Надо его бомбить. На-ка. Укрылся. Не получилось у парника. Так, я тоже буду укрываться. Опа, подловил, прикольно, да, ребята, его сейчас. Опс. Да ты смотри, что делает. На.
Блин, он... Опа! А вот это нечестно, ребята. Три удара будет. Твою же маковку. Буквально за три удара он сравнял хп с моим. Зря, 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 зря. Господи, ну ведь видел же, что, ребята, он был прикрытым. Пробил все-таки ему блок. Отлично, ребята, ждем. Но он встанет быстро, наверное, да? Оклемался. Погнали. Опа. Ты смотри, что творит, а. Надо... А, у меня хук не готов, ёпрсте. У меня хук не готов. Раунд кончился. Хорошо, ребята. Давай попробуем, ребята, это принять. Это у нас супер удар. И я, наверное, начну именно с него. Попробуем сразу же прожать. Давай. Главное, чтобы он не... Он попался. Он попался, он не успел поставить блок. Так, 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 он встанет, да? Встал. Ну что, остается лишь добить. Попытаемся это дело сделать. Так. Да иди ты еще отдыхать, он тут вздумал мне. Все, ребята. Это фейл для него, это, поверьте мне, фейл. Не-не-не-не-не, тут ты уже, братюня, не встанешь. Как ни крути. Very nice. Отлично, ребята. Ну что, наверное, сделаем еще с вами один бой, последний, и пойдем на основную сюжетку. Я не знаю, какой там противник будет, но я думаю, что мы отгребем от него, наверное, по полной программе. 62 звездочки. Кстати, скоро мне светит 22 уровень. 22 уровень. Ну что, давайте определимся, кого мы с вами возьмем в оборот. И, судя по всему, это будет у нас бравлер. Короче, бравлер. Именно с него начнем. Так, все зависит от того, сколько у него хп, ребята. И дальше скиллы у него, в принципе, не айс. Так, послабее будет. Погнали. Опа. Почему, ребята, я применяю часто апперкот? Потому что апперкот именно прокачан у меня. Все остальное не особо хорошо. А вот апперкот я прокачал, будь здоров себе. Да ладно, как ты промахнулся-то? Эть, укрывается. Так, парень, опа. Ничего себе. Вот это было хитро. Вот это было очень хитро. Так, подожди, ребят. Пробил, успел, я его умудрился. Тихо. Нет. Я даже увернуться не смог, ты прикинь. Так, встаем, 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 родной мой. Еще есть шанс побороться. Пробил блок, нормуль. Так, ну он сейчас тоже потеряет немного здоровья. И, скорее всего, я сейчас буду делать супер ульту. А он в блок встал, по-моему, ребята. Нет, он раскрылся. Ну, и за это он, конечно же, поплачется. Так, давай. Встал, да? Ладно, продолжаем, ребят, нашу эпопею. Отлично. Укрылся. Парень, пардонче, но ты... Ау! Промахнулся опять. На-ка! Ну, да что ты... Пробиваем и... Да. Так, да ладно тебе. Блин, ребята. Ну, давай поставим себе на гипер макс. Воодушевились от поцелуйчика, да? А он себе восстановил здоровье. Вот это не айс. Попробуем, ребят, пробить. Попробуем. Опа, вот это было плохо. Ну, я его подловил. Так, попробуем сейчас вот так вот. И боковым. Нет, только не это. Промазал, слава богу, ребят. Хорошо, ну, на самом деле, ничего хорошего, блин, ничего хорошего в этом я не вижу. Встаем, 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 Рэй, нам нельзя здесь прыгать. Нам нужны очки, нам нужны баллы, если мы с тобой хотим дальше в лиге выступать. На, Кася, оглушен, да, ребята? Е, пробили. Пускай летит во свояси. Так, у меня суперудар накопился, попробуем, если встанет, добить именно им. Главное, чтобы не было блокировки или уворота. Посмотрим, я его опередил. Ну вот теперь-то он точно не встанет, поверьте мне. После этого удара прямого шансов на вставание у него просто нету. Лежи, лежи, глупец. Фух, да, ребята. Ну что, три боя мы с вами отыграли. Мы сейчас должны, наверное, получить с вами 22 уровень. Я на это рассчитываю. Но. Так. Да, ребята, 22 левел. И это круто. Получи. И еще получи. Фух, с 8 до 2 я его выпустил. Ничего себе, я его унизил. Так, ну что, ребята, а мы с вами идем на основную сюжетную линию. Так, матч группы мы покидаем с вами, естественно. Так,
статы защиты я не буду, ребята, здесь играть. Зайдем, наверное, в нашу статистику. Навыки и зал. Можем мы что-нибудь с вами получить? Вот что меня интересует. Очков у нас с вами нету. Естественно, тратить нам не на что. Мы можем тренировку заказать. Попробуем, наверное, да? А, это мы получили. Так, теперь простая тренировка, либо тяжелая. Давай, наверное, простую закажем себе, да? Да, простую тренировку, пускай он тренируется. У нас с вами появилось сколько? 3 очка. Вольем их в навыки. Так, хук, стойка. Сколько он потребует? Купить сейчас? Мастер контратак? Ха. Так, это уже хорошо. Увеличивает силу джеба на 42, хука на 188. Блин, мне надо это, ребята. Так. Подожди, подожди. А у меня не хватит, что это тут разогнался-то? Ребят, что это я разогнался на самом деле? Потратить 15 очков? Вы серьезно? У меня всего лишь 3. Жесть. Это, ребята, жесть. Так, а тут сколько потребует? 2. Активируется с шансом в 22% при атаке хук. Применяем. Что? Что ты не хочешь? Ну, я понимаю, что здесь 4. Что-то, ребята, не понял я маленько. Так, а здесь-то мы сможем? Сколько потребует? 2. Ну, применить. А почему, ребята, не... А почему не применяется? Я не понял этого юмора. Так, секундочку. Тут максимально. Сколько потребуешь? 2. Применяем. Ребята, а почему? Это что за... Что за подстава? Я не могу потратить свои заработанные очки. Хорошо, ладно. Раз вы так хитро идете, тогда я тоже буду хитрить. Ребята, я иду на лигу. Я иду на лигу. Погоди-ка, блин, лига. Мне не нужна сейчас в данный момент лига. Мы пойдем на... Так, секунду. У нас еще тут что-то есть в клане. Так, зайдем в клан. Мы должны с вами получить ежедневный ящик. Давайте мы его вскроем. Что нам здесь достанется? Джеб. Мега. Воу, мега. Отлично. Забираем. Так, далее что у нас тут? Общение. А что у нас в общении тут? Друзья. Поиск. Спасибо. Спасибо за фишки. У меня уже становится 78 тысяч. Запрос на дружбу у меня отправлен. Принять. Я хоть могу принять? У меня место-то есть? По-моему, нет. А, нет, есть, ребята, еще место, поэтому... Все, оно закончилось. Да? Или нет? Так, вы не можете добавлять больше друзей. К сожалению. Надо сделать зачистку, кстати. Если мы хотим, чтобы у нас были всякие бонусы и плюшки. Достижение какое-то, ребята, у меня есть. Давайте заберем. Ветеран. А где? А где приз-то мой? Эй! Ребята, ну это же нечестно. Завершено. Это понятно. А, вот. 6000 фишек еще забираем. Круто. И становится у нас 84 тысячи. Но этого маловато для какого-то приобретения. Так, бабуль, ты у меня что-нибудь там шьешь, вяжешь? Управление. Что нам нужно? Не понял, а почему у меня перчаток здесь не стоит? Для спарринга. Вы что, припухли что ли совсем, а? Офигеть. Давай ставить, конечно. А, подожди, подожди, подожди. Это не те, ребята. Так, погоди-ка секунду. А у меня что, для спарринга нет перчаток? Давай вот сюда вот наденем тогда уж. Нормуль. Так, по защитке что у нас? Так, давайте, наверное, капу улучшим. Подожди, нет. Что-то я совсем, ребята, позабыл все. Вот, мы улучшаем вот это вот. Так, давай вливать вот это вот все. У меня по деньгам-то хватит? Нет, уже перебор. Вот так вот. Ну, всего лишь 12 уровень мы получаем, да? Ну ладно, хоть какая-то защита будет. Это уже хорошо. Так, бабуль, мы тебя покидаем. Так, тут у меня что-то есть. Я это смотреть не буду, потому что, ребята, может вылететь в процессе игры. Я не хочу там перезаходить. Идем с вами на сюжетку. Сюжетный режим. И на ком мы с вами остановились? На Дмитрии, да? Ох, елки-палки. Даже не Дмитрий, а Думитру. Значит, ты победил Сэма, да?
Ну, получается, что я. А что ты имеешь против меня? Так, ребят, ох, ёпрасоте, ты посмотри. Ты посмотри, что у него здесь. Ладно, ребята, мы с вами проиграем, наверное, даже не один раз. Но сдаваться я не собираюсь. Димитру я должен как-то попробовать завалить. Поехали, пытаемся, ребят. Опа, попытка. Да хорош ты, избиение какое-то идет. Нифига ты. Ты парень, ты промахнулся. На-ка. Это что за атака у меня сейчас только что была? Что за вялые эти танцульки? Воу. Ребят, мне такое ощущение, что я как таракан двигаюсь по полю. Что это за удары у меня такие? Что? В табло получил. Слушай, ребят, я не знаю, в чем проблема, но я практически вообще не могу двигаться. Вообще, я как таракан двигаюсь. Так, поднимаемся, попробуем его с помощью ульты забомбить. Но это вряд ли, конечно, получится. Но есть, пропечатал. Так, продолжаем. Продолжаем, ребята. Ага. Вот тебе и Димитру. На-ка еще разок. Так. О, ребят, по-моему, я получу сейчас нокаут, мне кажется. Хотя, подожди. Раунд еще закончился. Как вовремя-то, блин. Ребят, не знаю, давай попробуем ульту себе взять. А он, наверное, себе восстановит здоровье, скорее всего, мне кажется, нет? Не стал. Пытаемся, ребят, сразу же, с лету. Ну, подожди, я должен первым. Я первый нажал, да какого хренуса, блин? Ребята, это нечестно. Я первый нажал на ульту, почему у него сработало быстрее, я не знаю. Тут, по-моему, фейл. Чистой воды. Да, я его, конечно, нокаутировал, да? Но он встанет. Встанет, у него очень много здоровья. Мне его просто не пробить. Не пробить, не получится. Так, я буду реванш брать. Я, ребята, буду брать реванш. Это не дело. Во-первых, он у меня в первом бою двигался как таракан. Вы это сами видели? Вообще, никакой отдачи не было. На все мои команды он просто не реагировал. А Димитру за это поплатится, поверьте мне. Да, я проиграл. Но, как говорится, нету победы без проигрыша. Поэтому я опять иду в бой. Да, я готов. Может быть, надо было, конечно, взять немножко другую ульту. Но, тем не менее, ребята. И заметьте, у него намного больше скиллов, чем у меня. У меня всего лишь 4, а у него там 5 или 6. Так, поехали. Будем немножко по-другому играть. Да чтоб тебя! Ты достал! Тихо! Как ты, гад, в блоке стоишь, а? Воу-хоу-хоу, получил. И опять, ребята, мой боксер становится ватным. Я не знаю, с чем это связано все. Так. Блин, да что ты, как ты пробиваешь? Как ты это умудряешься делать, а? Ребята, ульта. Погнали, должны пробить его. Отлично. Совсем другой разговор. Поехали. Так. Черт тебя подери, он меня быстрее нокаутировал. Здоровья у меня маловато, если честно, ребят. Иди ты! Обнимается, ну ты что, ко мне? Это он, если... Ребята, ты видел, что он сейчас сделал? Ёпрасте! Ну! Есть, Рэй, молодец. Так, ну естественно, он встанет быстро. Естественно, он встанет очень быстро. Продолжаем, ребята, эпопею нашу. Отлично. Ай. Так, ну что, мы с вами, наверное, будем принимать нашу ульту. Надеюсь, она мне сейчас поможет. Мне просто разочек ему пробить, ребята, и будет круто все. Поехали. Ну, есть. Лежи, гаденыш. Нет, он встал. Он все-таки, ребят, поднялся. Я, отлично. О, отлично, какой же тут, ребята, отлично. Давай, 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 встаем, Рейчик. Встаем, 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 радость моя. Ну что ты. Ой-ой-ой, ребята, у нас очень мало здоровья. Так, попробуем. Да ладно тебе. На, Кася. Слушай, это наш шанс, ребята. Это наш шанс пройти Димитру. Я надеюсь, после этого он не встанет. Или встанет все-таки? Нет, не должен встать. Да, ребята, я прохожу. Я прохожу этого Димитру. Да, бой был сложноватый. И причем не с первой попытки. Ну что же, нам достанется еще более-менее сложный противник. И сейчас мы посмотрим, что у них тут будет. Отличное уклонение.
Дальше у нас специалист по джебам. Джеб очень быстрый удар, и уклониться от него очень сложно. Старайся защищаться от ударов соперника блоком и жди, пока он не устанет. Так, у нас, ребята, Брайан. Похоже, Сэм теряет хватку и не разглядел восходящую звезду, так? Брайан. Так, это спец по джебам. Нам русским языком сказали. То есть я должен блокироваться, да, и ждать, пока он устанет. Видимо, когда я был ватным таким, это означало, что я уставал. По-другому это не объяснить. У него здоровье больше, чем у меня. Попробуем, ребята. По джебам. Это джеб, насколько я помню, это, ребят, прямой удар. Поэтому надо быть предельно аккуратным. Ну. Ать! Да хорош ты, успокойся уже, морз... Ты какой шустрый-то, а? Ты посмотри, ты действительно спец по джебам. Все, я выдохся, да? На, на, на-ка! Воу, ребята, пошла маза. Так, нет, 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 нет. Да. Именно этого я и боялся. Слушай, мы, если встанем, я, ребята, ульту применю. Пробуем. Попался, чувак. Бинго. Так, встал, он встал. Он встал довольно быстро, ребят. Так. На-ка, получи. Уворачивается он мне здесь. На, еще апперкотик. Так. Ребят, я уворачиваюсь. Блин, раунд закончился. Но, тем не менее, неплохо. Я беру себе ульту, накапливаю, да? Попробую пробить с помощью нее, если он не восстановит себе здоровье. А он восстанавливает, конечно же, ребят. Ладно, попробуем сравнять счет. Попробуем, ребят. Он, по-моему, замахнулся, да? Хе-хе-хе-хе. Но это еще не конец, только начало, ребят. Так. Уклоняется. Промахнулся, ох ты, парень, тебе не повезло, наверное. Да. Падает, падает этот олух. Слушай, ну, джебщик мне нравится, да? Прямые удары, конечно, это плохо, но они предсказуемые, если честно. Тут просто прямой. Опа, апперкотик у тебя есть? Не, я не знал этого, парень. Так, тихо. Нет, только не это. Ребята, что это такое? Что это такое? Уклониться как? Я уклонился. Ты прикинь? Я уклонился, и он промахнулся своей ультой. Ой, тихо. Блин. Нет, 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 нет. Есть. Подловил его, блин. Фух. Встанет или нет? Ребята, ульта готова. Будем, если что, бить именно ей. Блин, жалко, конечно, что не в первом раунде мы его нокаутировали. Но, тем не менее, мы проходим с вами далее. Спасибо большое. Спасибо, зрители. Я рад, что вы меня поддерживали. И мы проходим. Так. Кто нам следующим достанется? Дальше специалист по апперкотам. Кстати, это как и я. От апперкота поставь блок. А, от апперкота поставить блок сложно. Так что уклоняйся, уходя в сторону. Это у нас Стеф. Чтобы стать настоящим профессионалом, надо в совершенстве освоить основы. Так, ребята, вы поняли, да? Уклоняться от апперкота надо именно в сторону. Ну, это простенько. С одной-то стороны, если подумать. Но посмотрим, как у нас будет это все на практике. Потому что я же тоже апперкотом любитель заниматься. Да-да-да. Опа. Так. Отлично, ребята. Уклонение у нас работает. Опс. Подловил он тут, конечно. Тихо ты. Да что... Да хорош ты. Ты достал уже, серьезно. Блин. Ребята, я применяю ульту. Если успею очнуться, во-первых. Пробьем, нет, как думаете? Хо-хо-хо-хо-хо. Смачно зарядил. Да ладно тебе. Парень, как ты увернулся? На. Опа. Давай еще попробуем. А, не, не надо отдыхать здесь. Уклонение, уклонение, ребята. А, против ульты не помогает. К сожалению. Встаем, 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 встаем. Фух, отдохнули, погнали далее. Так, есть. Фух, ребята. Напряженка, напряженка. Офигеть какая. Так, раунд скоро закончится у нас. Получил. Блин, он меня подловил. Так. Да что ж такое-то? На. Он оглушен, ребят. Ну как ты можешь в оглушении-то еще тут выеживаться? Так, ребята, и раунд заканчивается, да? Я даже не успею ульту, по-моему, применить. Я, конечно, постараюсь. Ну, на последней секунде. Нет, гонг прозвенел. Я не буду тогда ничего делать. Давайте следующий раунд сразу же, пока у меня ульта есть.
Крепить здоровье я, конечно же, себе не могу. Но я попробую сразу же через ульту бомбануть его. Не знаю, ребят, получится, нет? Получилось. У меня здоровья-то очень мало. Очень, ребята, мало. Встал. Он встал, подлец. Отлично, хотя бы так. Давай попробуем с этой стороны. Отличненько. И апперкотик. Да иди ты! Обнимается тут еще ко мне. Так, ус, нет. Так, тихо, ребята, смотрим. Напряженный момент, встанет он или нет. Встанет или нет. Вот что меня интересует. Только бы не встал. Только бы не встал. Вау. Это круто, ребята. Это круто. А он мог бы применить ульту. Она у него накопилась, видите, моргает. Фух, ну что же. Мы прошли еще одного, ребята, противника. Короче, берегись бойцов, способных провести сразу серию мощных ударов. Когда уйдешь от всех этих атак, атакуй. Это у нас Сантьяго. Как насчет того, чтобы размяться перед схваткой с Сэмом? А вот и Сэм, да? Значит, он любитель, ребята, делать серию ударов. Я, честно говоря, с такими противниками еще не сталкивался. Но, видимо, придется. Серия ударов. Уклониться, главное, от них, да? А после этого атаковать. Хитро сказать им. Попробуй, как говорится, это сделать для начала. Вначале посмотрим, ребята. 10 тысяч хп у него. Да ладно. Припечатал-то не... По-моему, ребята... Так. Да как ты... Так, ребята, ульта, 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 ульта. Ловим, попробуем поймать. Подловил. Смачно. Продолжаем нашу эпопею. Так, тихо. Е. Прямым. Так, тихо. Так. Блин. Подловил у меня все-таки. Ребята, зря я раскрылся. Встаем, 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 Рэй. Давай попробуем. Вот. Да ну, иди ты в пень. Тройной удар, ребята, это смерть. Это смерть. Хоть у меня и ульта накопилась, но извините меня, я уже два на главного получил. И очень мало здоровья. Придется мне, наверное, с ним переигрывать. Во-первых, я не понял тактику, если честно. Не совсем догнал ее. Он встанет, конечно же, встанет. Опа, опачки. Прилетело так ему. Так, ну, предположим, я укрываюсь. Он меня обманкой берет. Раунд закончился. Слушай, у нас, знаете, какой есть небольшой шанс? Взять его на ульту. На ульту, если мы его ловим. Ты смотри, что творит, а. Он тоже себе взял гиперудар. Попробуем это. Ну. Ну я быстрее, я же быстрее нажал. Я не знаю, ребята, какого хрена он делает первым, если я первый активировал ульту. В общем, я здесь фейлился. Сантьяго хренов. Проиграл. Переигрываем, ребят, это не дело. Это все фигня полнейшая. И насчет вот этой вот серии ударов я не понял. Как уклоняться, как это все делать. Расписали меня здесь как винегрет просто-напросто. Размазали по полу. Ну, я думаете, что? Вот так вот просто сдамся? Нет, нифига подобного. Будем до посинения тут играть, пока я его не завалю, этого хламона. Так, погнали. Я готов, ребята. Будем уклоняться, уворачиваться. Все, что надо будет делать. Так, попробую с апперкота начать. Зря. Зря я это начал. Ну, что? Что ты? Что ты? Промахнулся. Ответка. Да как ты... О, отлично, ребята. Получи и распишись, парень. Пробили. И еще удар. Так, ребята, я укрываюсь. Так, я укрываюсь. Раскрылся, да? Блин. Да как ты... Как ты меня ловишь, паразит ты этакий. Ульта, ребята, у меня накопилась. Она накопилась, но использовать я ее не успел. А вот сейчас должен успеть. Ну, даже блок ему не помог. Встал он мне тут, называется, хламон. Оу, смачно. Нет, 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 нет. Это фиаско, ребята. Да как ты? Вот паршивец, а, ребята. Серьезно вам говорю, это какой-то Сантьяго крепкий парень. Его так легко нахрапом не взять, получается. Нет. Что, раунд закончился. Ну что,
Я восстанавливаю себе ульту. Я попробую за счет ульты, ребята, пробить его. Если он сейчас, конечно, ничего не возьмет. А он себе тоже взял. Ну и, как вы понимаете, он меня сейчас ушатает. Потому что я применять буду первым. А он, естественно, применяет второй. И почему-то первый мне прописывает. Я не понимаю, почему такое происходит. Вот серьезно вам скажу, я не пойму. За счет ульты он меня только и врубает. Олух этот. Ладно, проиграл опять. Это второй раз я ему просрал, да? Упырь. Сантьяго, упырь. Блин, он меня, ребята, чем больше он меня побеждает, тем больше он меня раздражает. Тем больше у меня злости к нему. Конечно же. Слушай, пойду-ка я, наверное, схожу в магазин. Не в магазин, а к бабке и немножко усилюсь. А у меня не получится усилиться, потому что нету денег. Блин, да я посмотрю, что у меня на почте есть. Может быть, что-нибудь полезное. Так, получить 2000 монет. Вот это то, что нужно мне, ребята. 2000 монет. Сейчас я заберу. Ух ты. Для Омеги слияния. Забираем все. Лишь бы не вылетела игра. Потому что она может, ребята, такую мне пакость сделать. Так, а это что такое? Ой, зачем удалить-то? Я хотел получить...